Сегодня мы просыпаемся под мирным небом, живем и не слышим, как рвутся мины и снаряды. Тогда, 76 лет назад, наши бабушки и дедушки отстояли землю, на которой теперь новые поколения продолжают традиции, берегут память и благодарят ветеранов за возможность жить. Наши деды, прадеды одержали победу над фашистскими захватчиками, и благодаря которым мы сейчас здесь находимся, да, живы, здоровы. Дай Бог, чтобы всегда был мир над головой. Для нас, как для молодого поколения, этот праздник очень важен. Мы вспоминаем павших, чтим героев. У мемориального комплекса «Братская могила» 483 советских воинов белгородцы возложили цветы. Минутой молчания почтили память тех, кто пал в сражениях за свободу своего народа. Ко Дню Победы творческие коллективы Белгородского центра народного творчества подготовили несколько праздничных локаций. Одна из таких – выставка, на которой представлены фотографии белгородцев, участников Великой Отечественной войны и фронтовые письма. Степень значимости этого праздника нельзя не преувеличить. Это, наверное, один из самых главных дней в году для любого жителя нашей страны, для любого белгородца, в силу того, что именно благодаря этому дню мы сегодня учим стихи, можем петь песни, можем с вами разговаривать, общаться и радоваться тому, что завтра будет солнце, будет дождь, будут тучи, но они разойдутся и будет радуга. Праздничная программа продолжилась в концертном зале. Белгородцы от мала до велика радовались возможности быть вместе в этот важный день. Эмоции и настроение им дарили танцевальные и вокальные ансамбли, театральные студии, сольные исполнители. Марина Должикова, Андрей Андрейко, Белгород Медиа.